Российские атлеты, к которым нет допинговых претензий, в следующем году должны выступить на Олимпийских играх, которые состоятся в Южной Корее. Об этом заявила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Анжела Руджера. Таким образом, она прокомментировала вопрос о возможности отстранения нашей сборной от участия в предстоящих стартах. Мы хотим понять, что произошло, но в то же время нам важно защитить чистых спортсменов, чтобы каждый спортсмен в Пхёнчхане чувствовал, что соревнуется на равных условиях с остальными. Отстранить наших спортсменов от зимней Олимпиады 2018 потребовали от МОК антидопинговое агентство 17 стран, в том числе США и Великобритании. Они приняли специальное заявление, в котором призвали Международный олимпийский комитет не тормозить санкции в отношении России, связанные с докладом комиссии Макларена. Все это на фоне того, что само ВАДА буквально два дня назад заявило о том, что подозрения в отношении как минимум 95 наших спортсменов из того самого доклада Макларена не подтвердились. В нашем Минспорте новый вывод против российских атлетов назвали истерией и отметили, решение о допуске спортсменов на игры не входит в компетенцию антидопинговых агентств.